Вот уже более 20 лет Анатолий Михайлович каждое утро забирает детей с удаленных населенных пунктов Анапского района и везет в школу. Работать водителем школьного автобуса – большая ответственность. Очень важно, чтобы техника всегда была исправна. Этот новенький ПАЗ обеспечен всем необходимым, чтобы сделать перевозку школьников не только комфортной, но и безопасной. Сделано все для безопасности детей. Всевозможные блокировки, ремни безопасности, новая конфигурация уже стоят, не такие, как на старых были. Аварийные выключатели всевозможные. Вот дверь открылась, да, если ребенок встал на подножку, дверь уже не закрывает, то есть не прищемишь ребеночка. Вот я уже вожу как бы детей, которых я возил, начинал возить. Это у меня уже третий автобус, который как бы два было стареньких, а это уже более такой современный. Конечно, новое есть новое. Век школьного автобуса недолог. Всего 10 лет, и машины идут на списание. Старый автопарк уже практически исчерпал свой технический ресурс. До августа этого текущего года у нас автопарк составлял 26 автобусов. В августе было приобретено 2 автобуса. Сегодня, как видите, еще 3 за счет местного бюджета. Все автобусы оснащены навигационной системой ГЛОНАСС, ограничителями скорости, внешними громкоговорящими устройствами, цифровыми тахографами, устройствами вызова экстренных оперативных служб и другим оборудованием безопасности. С наступлением холодов вопрос перевозки детей становится особенно остро. В сельских школах отмечают: хорошо, что подоспели вовремя. Дождались. Новый автобус получили, необходим для подвоза детей с ближайших населенных пунктов. Как бы в сельской школе необходимость. Вот. Подвозим до 180 человек в 2 смены. Вот. Кое-как успеваем. Надеюсь, еще второй будет работать у нас. Сейчас идут завершающие процедуры оформления. Техника будет укомплектована, застрахована и зарегистрирована. И в ближайшее время все автобусы выйдут на линию.